с вами я, Дарк31, и сегодня мы будем снимать ролик по Brawl Stars. Пушка кубка, первая рубрика. Это вы помните, что был разброс? О, наконец-то Баррелли выпал, слава богу. Так, улучшение с Шелли. Можно уже зайти в клуб. Все, кисота. Наконец у меня клуб есть. Угу. Можно кого-то пригласить, я не знаю. Не, подошли, пацаны. Минуту. 30-30. Так, Лян, сколько у меня шансов сейчас? На легендарном у меня много шансов, кстати. На редкого бойца у меня тоже много. Так что идем в бой. Кто-то уже кольца получил, она хорошо ему. Я люблю этого Ларри. Хоть вы видели в ролике по носу, когда мне выпал Барли. Я казал, что он мне не нравится. Но он уже мне нравится. Это бутылку швырлять. И все. Бам. Бам. Прям на... Спасибо. Добил все-таки. Все. Зомби апокалипсис. Давай, убивай. Что, не бойся, Роза. Я на любом аккаунте, кстати. Мне только что выпал, как сказать, Барли. Барли Леон. Когда уже будет этот мегаящик? Я не знаю. Ой, Селли у нас тот самый сильный бравлер. Нет! О, сейчас налетает народ. И да, победа за нами, и я получаю новые события. Смотрите, я сейчас пройду весь путь, покажу вас. От нуля, от пяти, нуля, прям к десяти. Скажу честно, 50 тысяч кубков, если бы знали. Вот сегодня я до 100 пуш... Ну, спидран 30к вступает. Хотелось ему помочь. Он мне такой не придет, поможет. Подождите. Поиск команды, хорошо. В смысле нельзя в поиске команды? Ну не успею я и что? Ну нет. Все, короче, я не буду ждать, погнали. Погнали, пацаны. ШД. Надо какая-то загрузиться. Убил наконец-то. Спасибо. Я уже знаю подсказку. Кстати, помните, как у меня было 8000 трофеев? Помните, как я пушнул, а потом упал тогда вниз? Потому что я не знаю, что произошло. Мой аккаунт просто раздавили, и все. Ну как раздавили? Я сам не понимаю. Зашел в Brawl Stars, а уже все. Ну да, я украинец. Вы же видите описание. А
адрес, так я вам не скажу. Но если у меня будет 1000, я расскажу адрес на где-то на 100 подписчиков. Если соберется 100 просмотров на этом видео, каждый подписчик, я скажу вам адрес. Давай, я сейчас даже мне пока на 100 лайков. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. Давай, да как тебя убить? Все. Это я шеды обожаю. Просто капец, как летит. Из ящика ничего не падает, конечно. Советую скачать V-Recorder. Кто еще не скачал V-Recorder, тот еще не знает, что это очень полезное приложение для снимок. Да, и вы знаете, что я снимаю с экрана. Вон, видите, что я там делаю ползуночки. Ползу, там были эти снимка. Помните? Ну там за 6 минут 2 гигабайта занимает. А тут за 24 минуты занимает всего лишь 600. Так что не бойтесь. Что у вас там память будет, не волнуйтесь. У меня 640 памяти с этого приложения, я хорошо знаю. Просто как просто там вообще телефон, как накрутить подписчиков. Ну, я все это расскажу в следующем ролике. Кстати, хочешь, я расскажу о новом приложении, нет, не новом приложении, а моей первой, рубрика. Моя первая рубрика, я приду и сам, пуш кубков, я ее ждал долго, пока не додумался до этого. Сегодня я буду достапушить, завтра через один, завтра я буду, сегодня и через завтра буду пушить, например, до 500, потом до 1000, потом до 1500, а тогда до 50 тысяч, конечно. Ну, ролик идет, например, уже где-то может уйти на 8 месяцев, на 9, на 10, меня без разницы. Мы победили опять. Забираем 10 трофеев. Мы уже большие. По этим. У кого-то спидран 30к. Хотела я им помочь, но... Ладно, сейчас понаблюдаю немножко. Вижу спайков. Молодец. Порх-убийца. Я думаю, что там спайк уже умер от того, что от сильного урона. Ну да, урона у спайка, если у 3 раза вдарить, 30... Они где-то, подождите, 45 тысяч. 4500 урона. Как, подождите. Скоро гляну на сквите, сколько. Бравлеров у него. То есть это урона. Кстати, скоро выйдет мой стрим. Дату я точно не знаю. Давай, давай, что-нибудь. Давай, не бойся меня. Тебя 2 банки, я говорю, это больше. У кого-то остался мне. Уху, защищаем Ниту. Не жалко ее убивать, я не хочу. Мама сама убила себя. Большая, не за большая пауза, так что продолжаем ролик. Да, предметы, пожалуйста. О, прокачка, это хорошо. Кольта плюс 1 есть. Наконец-то, я люблю кольта, если бы знали. Кольт это просто имба настоящая. Ты ничего не споришь. Знаете, почему я удалил аккаунт с 1000 кубков? Потому что это был мой самый невезучий аккаунт был. Смотри.
паровозик, видите, как смешно было, да? Мне, кстати, нет. Кто любит Brawl Ball, пишите цифру 1. Кто любит как это? Я забыл. Называется как это? Soul Shader. Кто любит Soul Shader, пишите цифру 2. Кто любит парные Shader, пишите 3. Кто любит захват крыльца, пишите 4. Кто любит нокаут, пишите 5. Кто любит нокаут, пишите 5. Кто любит это, пишите 6. Это, ну как его, ограбление. Все, я тут. Тут нет. Вот 10 кубков плюс. Неплохо. Сейчас запушим еще где-то 30 кубков и все, завершаем ролик. В этом моменте. От 0 до 100, я говорил, да? А почему я тогда начал с 4, забыл запись включить? Советую скачать в рекордер, если вы вспомните. Потому что на обычной записи занимает 2 гигабайта и по 6 минут. А тут занимает по где-то 24 минуты. Всего лишь где-то 600 занимает. Так что это... А если за 30, можно сделать такое небольшое прохождение с этим приложением. А-а-а, да сколько? Отстань. Все. Фиг тебе. Тут если жарко с нами. Ну да, мне... Ну, сейчас не осень. Но у меня сейчас этот... Октябрь. Ну тут жарко, просто не можно дышать. Так как тебе убить мне это все? Вот так, убил тебя. Просто убил. Продолжаем ролик. 82 трофея. Еще надо где-то 18 запушить и все. Завершаем ролик. То есть мне первый и второй надо. Как тебя убить? Сам себя называю. Давай. Я не буду. Убиваем вас! Вот у меня уже 7 банок. Так что идем записывать. Ну как записывать? Просто запушить кубки. Да, то есть нам второй сначала надо запушить, а потом первый. Вот это понимать. Я ему не хочу, я ему просто подается. Я ему просто податься хочу, чтобы он занял первое место. Мне просто его жалко, или принял. Ну все, это чтобы это просто было стар. Сейчас будет 100 трофеев, ровно 100 трофеев. Важный момент, 100 трофеев у меня в кармане. Тринадцать минут запись. Никогда еще такого не выбил. Давай, убивай, молодец. Сам себя мозгом называю, это капец. Угу. Стань, Эль Прима. Подождите, тогда, значит, ролик будет выходить... Стрим, получается, будет у меня, когда я запушить кубки сегодня хочу. Третье место. Ничего. Мне надо 6 трофеев, чуть-чуть не хватает. Алло, это издевательство? 4 трофеев! Простите меня.
Даже мне не убивал, прикол. Так, убиваем. И много, давай, все, запушу третье место, и можно подаваться уже. Все, я иду подаваться игроку под Муслиму. Ответственный момент, я запушу пятый ранг еще. 10 кубков, то есть 100 кубков, ура!